Давай подрежем кого-нибудь. Ох, Егорчик, 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 как ты мог? Вот эти какие-то быстрые гады, а? Они быстрые, но также быстро они умирают. Ох, и я тоже врезался. Да, Дуда Плей. Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру под названием... Господи, а тут они все друзья. Под названием Little Big Snake. Так, друзья, у меня все забиты. Ладно, играем сами. И мы, знаешь, выберем... Давай выберем пришельца. Так, выбрать. Логово. Играем. Играем мы за такого вот пришельца. Скинчик я такой открыл. Он мне кучу стоил денег. Эй, всем привет. О, так, вот этого я сейчас, может, сложу. Нет. Тихо, тихо, тихо. Джеймс, Джеймс, привет. Так, а ну-ка, Барри. Кого бы мне подрезать? Да, мне пока длины своего, своей не хватает длины, чтобы кого-то подрезать, еще маленький. Так, давайте поедим жужениц и слизнички, хорошо. Так, жуженица, так, вот это, смотри, бегает, ладно, мы тебя не будем. А съедим вот эти вот маленьких малюток. Так, что у нас здесь получается? О, кто-то подрезался, забираем его корону и подъедаем вот этих всех чуваков. О, так, тихо. Так, этот ниндзя ходит, мне он не нравится. О, ниндзя подъедем сейчас. Тихо. О, нормально. Смотри, как мы быстро увеличились, да? Вот, молодец. Я вообще-то могу даже кого-то и зажимать. У меня огромный зимний смысл. Так, здесь надо аккуратненько. Здесь мы сюда пройдем. И убежим от них. Так, здесь даже немножечко. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Есть, есть, прикинь, нечаянно. Даже просто так случайно я. Удача. Просто случайно я его подрезал. Так, это что, друг мой, да? Да, Егор. Егор. Чего так умер-то? Давай сейчас подъедим немножечко. Вот, хорошо. Так, вот он возродился, Егор, молодец. Хорошо. Получается... Ой, в кого я врезался? Смотри, я просто засмотрелся. Блин, и меня подрезали. Ладно, быстренько сейчас возродимся. Да, засмотрел. Я посмотрел вообще на другое место. Я вообще в угол экрана смотрел. Этот подлетел и убил. Так, ну бывает, ладно. Открываем золотой сундук. Смотрим, что здесь. Монетки и немножечко спички мы прокачиваем. Хорошо, спасибо. Так, давайте этот самый, как его? Что делаем? А, вот, Егор мертв. Так, это у нас получается кто? Пролайф какой-то. Так, давай с Пролайфом поиграем. Он за полицейского, что ли? Ах ты, ё-моё, Пролайф умер, так, к сожалению. Подождем Пролайфа, когда он восстановится. Так, в логово зашел. У него прикольно... Был скин интересный. Полицейского. Так, ладно. Сейчас уже не полицейского, смотри. Ладненько. Это все наши друзья, да? Нифига! 5 друзей. Офигеть, сколько тут. Много. Тихо, тихо. О-о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 -
Ай-яй-яй, коронка моя! Ёлки-палки, ты куда подлез, вот этот черный? Черный вот этот. Так, давай его добавим, друзья. Так уж и быть. Так, возродиться. О, вот этот черный, который меня подрезал. Он умер. Понял? Черненький. Так, давай быстренько с Егором. Ах, ты, ё-моё, нас зажали, да? Нас зажали, Егор, слушай, да? Что делаем? Так, Егорчик. Ах, и ладно, все. Бывает и такое. Бывает такое, где ты возродишься. Бывает в такой вот опе возрождаешься. Так, про лайф в логове. Так, мы сейчас к про лайфу добавимся. А, наверное. Или к Егору. Ну, Егора. Так, давай к Егору тогда. У него седьмой уровень у Егора. Так,
Там девятый. Так, кушаем вот этих вот жучков. Давай, быстренько, быстренько. О, давай вот здесь все подъедаем, подъедаем. Ой, хорошо, подъели. Нормально. Егор, ты тоже там подъедай. Хорошо. Ох ты, врезался я в этого Смита. Давай, Егор, подъедайся. Я к тебе сейчас быстренько забегу. Быстренько, быстренько, значит быстренько. Ага, тут быстренько особо это и не получится. Не получится, быстрее. Опа, есть, прикинь, я его подрезал. Тот, который меня подрезал, я его подрезал, прикинь. Нормально, давай ему скажем привет. Привет, Егор. Давай подрежем кого-нибудь. Ох, Егорчик, 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 как ты мог? Вот эти какие-то быстрые гады, а. Они быстрые, но также быстро они умирают. Ох, и я тоже врезался, прикинь. Бывает, бывает, так бывает. Слишком много змей было. Сколько мне ключиков дадут? А, 3 ключика, ладно, играем дальше. Так, играем быстрее, быстрее, быстрее. Играем с Егором. Вот Егор, привет, я возродился. Давай ему скажем привет. Привет, Егор. Так, что-то здесь это самое, как-то... Как-то тесно становится, ребята. Здесь как-то становится тесно, алло. Так, сейчас посмотрим здесь. Может, здесь у него заканчивается? А, нет. У него здесь петля, а заканчивается он здесь. Так, идем дальше. Так, кушаем вот этих вот штучек. Так, какой-то змей, смотри, интересный. Все съедает на своем пути. Так, бабл. Ах, ты, ё-моё, убежал. О, прикинь, сколько еды. Так, что успели, то подъели. Что не успели, то не подъели. Так, ладненько. Что успели, то подъели. Что не успели, то не успели. Так, а вот там мы... ангела какого-то мы. Зажали. Так, все, он подрезался. Подъедаем. Все, на 66-м месте мы. Ух ты, это что такое? Не Егор же это, да? Так, вот этого сейчас подрежем быстренько. Давай уже подрезайся быстрее. Чувак. А, это я такой длинный, что я аж 2х подрезал. Прикинь. Так, один подрезался. Сейчас я второго подрезаем. Вот. Так, это кто такой? Кто такой? Пришел. Все, все, я тут, значит, подрезаю, сижу. А это пришел, значит, и все съел. Так, вот этого зеленого. Зеленых может быть подрезать. Вот. Да елки-палки, вы что такие-то резкие, алё? Ах, вот этот резкий, красненький. Ага, ах ты этот, глистик, а? Глистик, можно сказать. Смотри, как он увеличивается быстро, прикинь. Да, потому что он меня всего съел. Большого такого. 12 тонн, ничего, нормально же. Сколько ключей? 12 ключей. Хорошо. Давайте попробуем открыть сундуки. Вообще у нас 32 сундука. Так, железный открываем. Ага, спасибо. И открываем мы сейчас деревянный. Да, деревянный открываем. Монетки. Все нормально, ничего интересного. А тут что? Скин ниндзя. А, только скин ниндзя. Ну, немножечко мы открыли, да. Так, что там, Егор? Давай пошли с Егором. Так, а, твой друг не арены. Умер. Ладно. А, ну давай тогда сами играть, они сами ко мне подсиропятся, наверное. Так, а ну-ка вот этот прям гад. Вот этих я красного ниндзя вот этот красного не сильно люблю. Так, здесь есть выход. Выход. Мне нужен выход. Так, жужи летают. О, еда. Еда, ребята, еда. Ой-ой-ой, сильно я разогнался. Да-да-да. Давай, подъедай, Егор. Вот. Егор там или нет? Да, Егор. Угу. Егор, смотри, не врежься. Куда ты врезался? Вот видишь, тоже ошибка, ошибка. Ускорение. Как и я сейчас только что. Ускорился и умер. Так, играем за жужу, ребята. Играем за жужу.
быстренько сейчас покушаем. О, нормально. Давай, быстрее, иди и кушай. Эй, сбил меня, гад! Вот этот бабл, короче, где... Откуда он вообще взялся, этот бабл? Слушай, а? Откуда взялась эта... вот этот бабл? Съел. Ну ладно, идем дальше. Играем дальше. Взял меня просто, бабл сбил жужу мою. А, у меня жужа... Я не помню, я даже не видел, сколько я нектара там собрал. Просто не видел. Жужа. Ну, мы придумали в игре. Не просто так. В игру добавили всяких баблов, жуж всяких разных, слизнячков, вот эти, которые быстро-быстро бегают. Вот я тоже, знаешь, вот возьму, вот, хочу вот так вот взять вот этого большого и подрезать нафиг. Ах, гад. Ну так, не всегда бывает. Сейчас попробуем еще раз подрезать его. Не всегда бывает, что ты можешь кого-то подрезать. Быстренько, быстренько открываемся, заходим. Кого-нибудь. Ох ты! Врезался. Я просто тупо врезался в этого чувака. Так, играем дальше. Давай за жужу поиграем немножечко. Вот. Жужа. Ох ты, вон смотри, еды сколько много. Так, нет. Вот он мне не дает, смотри, а. Слушай, а вот видишь, бабл? Вот видишь, бегает. Нужно аккуратно. Мне нужно много еды. Много еды. Вот, куча еды. Ага. Вот сюда сейчас я. А, переворачивайся быстрее. Вот. Надо кушать прямо вот возле хвостов. Все остальные будут бояться подойти к хвостику. А ты как жужа. Можешь спокойно идти и кушать. Так, давай вот этого скушаем здесь. Вот. Ах, я не успел. Кто там такой, а, гад? Взял меня, подрезал. Подрезал жужу. Да-да-да-да-да-да-да-да. Так, кушанье. Опа! Красненький, смотри, меня чуть меня не подрезал. Угу. О, еда. А, барашечка. Барашечка подрезалась. О! Прикинь, вот этот большой. Смотри, коров сколько много. Офигеть, я этого подрезал. Так, тихо. Так, это Егор, друг, что ли, мой? Алло. Понять я что-то не могу. Да, Егор. Это был Егор. Так, Егор, ты чё мельтешишь так быстро-то? Алло. Ну, так быстро мельтешить. Так, ладно, что успели, то успели. Что успели подъесть, то успели. Что не успели, подъели другие. Так, ладно. Бабл, давайте сюда. Ох ты, тихо. Кто там? Хитрый, а? Подошел до меня. Так, жуженица. Не жуженица, это как. Ох ты, паровоз, смотри. Хитрый паровоз. Ага, сейчас. Подрежешь меня, конечно. Кто здесь вообще ходит, ребята? Вот это красное, какое-то бешеное. Вот эти все молодняки, они бешеные. Вот эти вот все. О! А я тебя сейчас возьму, кто там? Марио, да? Я тебя сейчас подрежу. Ладно, вылез, Марио. Хорошо. Ах, смотри, Марио молодец, слушай, я его обязательно... А, Марко, я его добавлю в друзья. Марко этого. Марко молодец, он меня мог подрезать, значит, я его добавляю в друзья. Хорошо. Попробуем, может быть, откроем сундучок. Давай, 1, 2, 3, 4, 5. Ах, чуть-чуть не хотела открыть сундук. Ну что ж, на этом будем тогда заканчивать серию, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч, всем пока-пока.